Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня нашу тренировку мы посвящаем воинам АТО, защитникам нашей Родины. И некоторых пап ваших забрали в армию, и ребята старшие тоже служат сейчас в армии, защищают Родину. И мы эту тренировку посвящаем воинам АТО. Локти прижали, две книжки, кулаки под глазами. Кулаки на подбородке. Начинаем раздвинуть. Вперед. Колени к груди. Один. Один вперед, два удара. Делаем упражнение, тяни, толкай. Левой рукой с пяткой. Правой. Левой. Правой. Закончили. Раз назад прогнулись, два раза вперед наклонились. Стойка. Один. Уклон вправо. Стойка. Уклон левый, правый. Спрятались. Повернулись к выходу. И сделали выпад пятку вверх. И красиво посидели еще. Два. Ну, идея возникла очень просто. Мне товарищ позвонил, сказал, что у его друга дочка занимается здесь, и он вернулся только с АТО, с ранением в ноге и с осколки, но он лежит в госпитале военном. И он предложил снимать такой захват, грубую реакцию. Мы пришли, поговорили с Русланом, Руслан одобрил, он сам такой очень настроен, проукраинский, скажем так. И вот что получилось из этого. Дети очень довольны, они тоже любят Украину. Некоторых родителей находятся в зоне АТО, очень сильно переживают, радуются, когда товарищи возвращаются, отец вместе его встречают. То есть, ну, как это как большая семья. Мы хотим просто поддержать воинов, которые сейчас защищают нашу родину. Тем более с нашего клуба старшие ребята сейчас воюют. И у некоторых детей папы находятся тоже в зоне АТО. Ну, чтобы они побыстрее возвращались, чтобы закончилась война в нашей стране. Хотел пожелать, чтобы все быстрее возвращались, чтобы наконец-то закончилась война, что их очень тут ждут. Матери, там, дети, жены. Я хотела бы пожелать всем, чтобы они вертались побыстрее, что их все ждут, и чтобы они живыми были. Народний фронт молоді підтримує цю акцію, адже молодь займається спортом, молодь цікавиться. Це дуже приємно бачити, що молодь цікавиться спортивними мистецтвами. Ми можемо побачити, що не тільки чоловіки, але й жінки присутні. Вони не гірше, ніж хлопці, виконують бойові мистецтва, показують прийоми. Тому це зараз дуже важливо, адже ми бачимо, що країна потребує майбутніх воїнів, потребує захисників нашої держави. Тому Народний фронт молоді підтримує заходи, які спрямовані на захист вітчизни. Чотири. П'ять. Дев'ять. Тринадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. 20. Ничего себе. Конечно. Спасибо. Что, кто возьмет? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Простите, такие же. Мы воспитываем патриотическом духе. Я воевала!